Всем привет, мои добрые, милые люди, а также мои подписчики и случайные прохожие по моему каналу. В общем, я иду в душ купаться, потом сделаю себе маску из глины, а потом я вам покажу, чего же я купила на почте. Ну, что мне пришло на почте. В общем, все. Так, лицо умыла. Ой, намешала маски. На что я положила? 2 ложки глины голубой. Потом вот таких вот витамин А и Е. По 3 капельки. И все это кефиром разбавила. И вот это вот такую смесь намешала. И сейчас, в общем, она как сметана получилась. И сейчас на лицо нанесу. Так. Сейчас потихонечку так нанесу маску. Хорошая маска вот эта. Кстати, когда вот это в любую маску добавляешь витамины, перебарщивать не надо. Потому что они 2-3 капли будет с головой. Потому что они потом тоже могут сушить вашу кожу. Поэтому капелюшечка, 3 капельки, он будет с башкой. Ну а что, надо ж. Кисточку никак не куплю. Да купить кисточку. Под глазами надо не растягивать. Хорошая масочка такая будет. Кефирчик. А у меня сметаны нет. Сметану съела. Вот. А кефирчик есть. Сейчас. Кефирчиком. Глиной. И будет отлично. Сейчас намажу. Все вам покажу, какая посылочка я себе заказала. Мне, кстати, через несколько дней еще одна посылочка придет. Это я тоже себе заказала. Все, готовлюсь я, в общем, к весне. Так нормально. В общем, как-то так. Тут под глазами. Не хочу растягивать так под глазами. Да намазать крошки. И все. Вот 2 ложечки. 2 ложечки с головой глины, и уже я так глину положила, а потом уже смотрю, кефирчика добавляю, сколько мне добавить, чтобы она была как какая густая сметанка. Все. С минут 15. И будет здорово. Так, все, намазала. Все, сейчас буду показывать посылку. Значит так, все, лицо намазала. Лариса мне говорит, под глаза надо было не мазать. Но я под глаза же не мазала, я так чуть-чуть. Да, у меня морда как с этого гостей из будущего. Вот это такой был, помните? Я же забыла, как его зовут, такой мордатый. Ой, классный, кстати, артист. Забыла его, как зовут. Все забывают. Старость не радость, в общем. Что я
себе приобрела. Значит, так. Я, в общем, в аптеке, вот, у нас пошла, значит, за посылкой же, получила посылку небольшую, сейчас покажу. Ну, думаю, зайду в аптеку, вот, зашла в аптеку, вот, маска немножко стягивает, хорошая маска, хорошо, вот эта глина, хорошо. Приобрела, в общем, себе витамины, в общем, себе и Ларисы. Кстати, очень, ребята, не реклама, не реклама, вот просто, знаешь, это классная вещь, кстати, стоящая, всем советую, вот. Весна не за горами. Я купила себе витамины B6, B1 и B12. Вот. 10 штук, 10 штук и 10 штук. Значит, 30 штук. То есть, вот это вот курс на месяц. Я себе буду колоть вот такие витамины. То есть, каждый день разные витамины. Один день B12, один B, другой день B6, потом, значит, B1. Вот. Ну, в общем, и поочередно. То есть, раз, раз, раз. И вот так вот каждый раз их чередовать по одному уколу. Классная вещь. Вот, кстати, я что-то позабыла. Вот, врач обязательно вот рекомендует. Вот у нас, ну, то есть, как мой лечащий врач, мне рекомендует такие процедуры. Вот, поэтому я считаю, что это классная вещь. Вот. Успокаивает нервную систему, для волос, для ногтей, все это полезно. Поэтому я купила сразу курс, себе Ларис один курс, в общем, 30 таблеток, 30 таблеток, не таблеток, ампул, не таблеток, ампул. Вот. И у меня же есть такие еще витамины, они просто в жидком состоянии. Это я так вот для масочек всего употребляю. Вот. И 20 шприцов, но надо будет еще шприцы купить. Все. Буду, в общем, с сегодняшнего дня я уже колю эти уколы. Классные. Все, витамины у меня целый курс. Значит, сколько стоит? Вот это вот, значит, курс у нас на наши деньги на Украине, в Украине стоит, значит, ну, 100 гривен. Я думаю, что нормально. Это, ну, там, если вы еще будете покупать шприцы, ну, где-то гривен 120-130 вам обойдется такое все удовольствие. Ну, я считаю, что это, во-первых, недорого, во-первых, классно, вот, полезно. Ну, это я так вот, в общем. У нас, кстати, есть где-то витамины, я их открывала, тоже капала себе, когда маски делала, ну, потом приобрела вот эти такие в ампулах, ну, такие вот, в этих. Хотя бы хорошо. В этих, в тех. Целый день сегодня ничего не делала, целый день лежала, телевизор, политику смотрела. Видите, в таком жидком состоянии. Вот это Б. Вот. Витамин Е. Классно только. Тоже. Вот его употреблять. Так вот применять на маске. Там, если делаешь, например, скрабы. Очень классно. В общем, это такое. И, в общем, заказала себе вот такой, не реклама, еще раз говорю. Использовала, в общем, посоветовалась и там разговаривала с людьми, которые, как сказать, не врачи, а фармацевты. И они говорят, это очень классная вещь. В общем, у меня девочка работает, она фармацевтом работает в России. Она говорит, Юля, вещь просто бесподобная. Ну, я думаю, попробую. Вот. Тяжело заказать у нас эту штучку. Но я себе, в общем, где повезло, я заказала. Вот Турбослим такой, производство Россия. Этот курс я заказала себе, значит, на 3 дня. Стоит довольно-таки недешево. 450 гривен эта коробочка. Вот, в общем, на 3 дня 450. Тут, значит, вот такие вот таблеточки всякие разного цвета. Видите, вот синие, такие розовенькие, белые. Вот их там надо, значит, по инструкции пить. В общем, я не знаю, я как поговорила вот с девчатами, мне говорят, в общем, если употребить, попробовать, в общем, я хочу попробовать вот это вот, значит, использовать на себе. Значит, за 3 дня 8 килограмм как не было. Понимаете? Мне подходит. Вот. Я, в общем, купила такой Турбослим. Заказала, к сожалению, одну коробочку, но сейчас заказала еще. Вот, сказали, что должны быть такие вот, в общем, ну, таблетки. Вот. И, наверное, через сколько? Через 3 дня. Вот, мне придет еще такая коробочка. Две. В общем, не знаю. Посмотрю, что получится. Поэтому хочу попробовать. Вот, написано, что это, значит, активная натуральная добавка. Ну, что из этого выйдет? Ну, отзывы очень классные. Я не знаю. Вот я никогда, честно говоря, не использовала для похудения. Представляете? Турбослим Экспресс
Похудение. Вот. Никогда не использовала какие-то там таблетки или еще какие-то медикаменты. Никогда. Вот. Ну, что-то мне, я не знаю. Ну, так мне вот прям захотелось. Так я наслушалась отзывов. Так я вот прям поговорила. Вот прям мне внушили. Говорят, Юлька, вещь бесподобная. Ну, хочу попробовать эту бесподобную вещь. Как она, в общем, поведет на моем организме. Ну, не знаю. Может, кто из вас, честно говоря, одна упаковка на один курс. Биологическая добавка. Вот. Не знаю, может, кто использовал, девчат, может, уже вы пробовали такое. Вот. Я не знаю. Я, честно говоря, это первый раз, вообще первый раз в своей жизни, вот, какие-то вот такие таблетки или что-то такое, в общем, применяю. Вот. Но это не реклама, еще раз говорю. Это я, честно говоря, что разговорилась с девочкой, она работает, ну, не девочка, как женщина, вот. Она работает, в общем, фармацевтом в России. Она говорит, такая классная вещь. Дочка ее тоже применяла, говорит, ну, говорит, употребляла, говорит, ну, просто классно, говорит, просто бомба. Говорит, никаких побочных эффектов, говорит, то есть не дает никаких осложнений, говорит, ну, результат, говорит, просто классный. Главное, что я пришла на почту, а у нас там на почте же новая почта, вот. А женщина говорит, ой, а где вы, говорит, такое заказали? Ну, слышится, в очереди стоит. Я говорю, ну, так и так-то, говорю, так. В общем, повезло мне. Она говорит, ой, я где, в общем, пыталась, нигде не могу такие заказать. Говорит, когда-то она тоже, ей надо было срочно, какой-то был у нее торжественный повод, она хотела, в общем, сбросить вес, и она, говорит, употребляла, говорит, на 8 килограмм тоже сбросила. Она так послушала, наверное, не, она прям такая, ой, такая тоже классная, то есть с нашего села, баба. Вот, говорит, ой, такая классная вещь, говорит, вообще классная. В общем, вот эту такую классную вещь я буду, в общем, использовать на себе. Там надо конкретно принимать, там, по-моему, во время еды, там, значит, тут написано 6 капсул утра белого цвета, 6 капсул день розового цвета, 6 капсул вечером синего цвета, вот. Ну, и вот их, значит, употреблять, я так понимаю, только не знаю, по одной или по две там капсулы. Не, наверное, по две капсулы употребляешь, значит, утром, днем и вечером, вот, по две капсулы, вот, по-моему, во время еды. Ну, в общем, я, вот, в общем, как сказать, я хочу не завтрашнего дня, не сегодняшнего дня вот это употреблять. Хочу еще, чтобы у меня, значит, получить на почте еще одну коробочку. И потом уже как бы, чтобы у меня был полностью курс. Понимаете? Всего одна коробочка была, одну коробочку мне могла, я могла только заказать. В общем так. Производство России, из России все. Вон. Запечатано все. Думаю, что не подделка, потому что все тут знаки всякие такие, этот самый, ну, думаю, что классное и качественное. Так что мне повезло. Вот, я приобрела себе такие таблеточки. Вот. В общем, не таблеточки, а натуральная добавка. Вот так будет правильно сказать. Вот. Все, теперь у меня есть витаминки. Вот чем я занимаюсь. Сейчас я вот эту маску пойду снимать. Вот, смывать ее. Сейчас еще раз. Я уже такая пошла, ополоснулась, все, морду помыла. А потом думаю, не-не-не, думаю, сейчас я себе маску еще забацаю. Правильно? Целый день ничего не делала, целый день смотрю политику. Боже, аж уже надоело, выключила телевизор, все, хватит. Вот, насмотрелся. Стянула маска, мое лицо. В общем, все, пошла я умываться. А вы мне пожелайте удачи в моем продвижении похудения. Так, все, пока. Думаю, будет нормально, да? Хорошо. Все, и как всегда говорю, чао! Все, маску смою, а потом кремом ночным намазюкаю лицо. Буду просто неотразима.